Итак, мы наконец-то дошли до башен Петронос. Сейчас мы выйдем прямо перед ними. Вот тут такой небольшой холл расположен. Петронос — это нефтяная компания Малайзии, очень крупная. Является спонсором одной из команд Формулы-1 вроде бы. Это водяные часы какие-то. Ладно. Сейчас выходим к самим башням. Вот они, башенки сами. Восемьдесят восемь этажей. Еще есть такие вот высокие здания. Вон телевышка, на которую мы тоже постараемся завтра залезть все-таки. Сегодня уже времени на что просто не остается. Полдня бегал, не мог понять, где я нахожусь. В экскурсию, по-моему, входит вот на мосту постоять и на смотровой на самом верху. Вот как она выглядит вечером. По-моему, даже еще круче, чем днем.